Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое, но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Сейчас еще народ набежит, чтобы мне заново не повторяться. Утречко, утречко всем. Короче, пара слов о степи. Есть две вещи, которые мне не понравились в выходе трека. Это то, что, во-первых, люди сравнивают Юрика постоянно со скрипом. При этом им кажется, что Лео Морти чем-то отличается от Фарика, ну и всякая такая байда. То есть, типа, прям дикое, огромное количество сравнений. Там мне похуй, что происходит в основном с комьюнити, но мне важно, что происходит среди моих подписчиков. И я надеюсь, то, что мои челики должны понимать, казахская. Да, ростовская есть. Ну, краснодарская и тому подобное. Типа. В деревне, не знаю, какую-то еще там хуйню. Но это же все равно является молоком. Какого хрена тогда другие фирмы убирать? Потому что есть какие-то свои детали, которые тебе нравятся. Вот. Это называется быть гуру. Либо в музыкальном плане вам нужно сначала стать гурманами. Ну а если вы становитесь гурманами в музыкальном плане, то и осуждать вам будет не за что. А типа это... Меня подзаебали своими заголовками ебанутыми. Они же не могут написать просто Лукимин 104 там выпустили трек. Обязательно нужно они там фитуют, ну или там сбаст. Ну, типа, как Флоу написали о том, что, типа, Booking машин. И этот, господи, Джузей, который распался уже, там, сколько, 1.5 или 2 года назад. Типа, неужели это коннект лейблов, блядь? Даже у скрипа пригорело, я просыпаюсь, вижу эту хуйню. Типа, если там кто-нибудь есть, там, связанный с этими типочками, или там кто-то из этих СМИ сейчас на моей трансляции каким-то чудом сидит. Я просто хочу сказать, ребят, если вы не можете просто написать, кто я такой, или кто там, кто угодно, кто такой, вам нужно обязательно объяснять, что это, блядь, участник какого-то коллектива или еще что-нибудь. Бля, лучше не постить, потому что вы таким образом преуменьшаете деятельность самих людей, их заслуги в том, что они делают и с чем они работают. Короче, как-то так. Блин, много вас набежало. В общем, надеюсь, вы меня услышали по этим вопросикам, потому что ситуация супер неприятная, мне кажется.
хотя таракан вышел крутой. Ну, я вижу то, что он заходит. Другое дело, то, что люди в стремлении, смешно, не в скобочках, а в кавычках, пошутить, как бы портит общий фон. Это не очень круто. Блять, вот, как обычно говорю, вот все люди, которые, типа, в топ эфир зашли, идите нахуй отсюда, вы мне тут не нужны.